бабушек, наших учениц с этим праздником, потому что праздник такой у них вот, вот такой вот у них это первый, и хочется, чтобы он был каждый год, вот они росли, и каждый год они ждали и хотели что-то показать, и вообще, ну поделиться вот, расти, поделиться, да, своим опытом. И хорошо, что у нас есть у девушек, женщин такой праздник, именно наш праздник, когда мы можем поделиться своей красотой, вниманием, улыбками своими. Ну и, конечно же, девочки нас порадуют своим творчеством. Пускай они, некоторые занимаются чуть дольше, некоторые чуть меньше, но они все уже большие умнички и поделятся с нами своей красотой и восточным танцем. Так что добро пожаловать на праздник 8 марта в студии восточного танца «Импульс» и студии восточного танца «Армида». Когда можно услышать много признаний любви, почувствовать радость, видеть огромное счастье и любовь в глазах женщин. Я желаю, чтобы такой день был каждый день у нас. И встречайте первое. С первым восточным танцем выступит Маша Шулешко. Она подарит нам веселый, зажигательный баллади. Встречайте! Thank you.
Ама фритуба чадея, чадея. Да.
полегче, полегче. Очень необычно у нас трио. У нас трио. Играй нам.
Показывайте. Вчера я больше выиграл.
Нет.